Слушай, объясни, к чему ты ведешь, чтобы я уже наконец понял, в чем смысл твоей затеи. Сейчас увидишь. Мы в 18 метрах от того, чтобы стать миллионерами. Банк Рио прямо над нами. Это уровень воды? Да. Ниже вода опускается два раза за день. В первый раз мы зайдем, во второй раз выйдем. А что будем делать, если пойдет дождь? Тут же нет никакой связи ни по мобильному, ни по рации. Так надо следить за прогнозом. Мы просто пойдем на дело в хорошую погоду. Не должна. Thank you.